потому что это очень достоверный источник, из которого мы знаем что-то о тесте. Я смотрю, вы очень любите русскую. Препятствий в виде лис, зайцев и конкурентов, в первую очередь. Я наблюдала пример мужской дружбы, мужской солидарности. Герман вам помогает? Да. А я когда выиграю, я с ним поделюсь таким выигрышем. Выигрыш? Это Катерина, вы в курсе? Ну, один раз он может себе стоит на себя. Тут уже как поставить себя Екатерина. Хорошо, я начинаю уже не могу. А то вдруг и я пойду на свидание с Германом. Рядом с собой уже бронницу. Внешне, ну, чуть-чуть ниже меня. Чуть-чуть выше меня. Но приблизительно моего роста. Чуть отлично. Наверное, снова. А может и светло. Может быть, длиннее, а может быть, короткий. Ну, красивее. Если я не в солнечных способностях, то чтобы она хорошо разбиралась в математике. Это главное, наверное. Али? Да. Расскажите. Мой отец тут совсем Thank you.
реализации национальных проектов, образования. Мы развиваемся, и импульс педагогическому образованию придает вам тоже. Это образовательная среда, которая направлена в лаборатории по разным направлениям, таким как химия, биология, медиа-лаборатория, которые ребята сегодня создают свои проекты. Совсем близко от Саранска, а главное, он полон чудес, как церковных, так и мирских. В монастыре есть чудотворная икона, список иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», он сделан саранскими ювелирами из пожертвований за исцеление. Thank you.
Thank you.
Секрет этого увлекательного процесса в старинной технике, которую передали старожилы тамбовских деревень. Друзья, это невероятный опыт, впечатление, что мы не обучены магии. Такие они архаичные. Такие они в то же время современные. Да, в наше время вот эти архаичные образы, они имеют себе какое-то новое прочтение современного магиазе. Почему-то приятно смотреть на такие вот милотелы, это не совершенно примитивные архаичные рисунки. Домик все время прорывается через какие-то академические знания, через какие-то поиски, какие-то инсайты прорываются вот к этому снова наивному, такой наивный выразительный вот этот образный языку. Вот. А вот на этом мастера, которые всю жизнь были близки к телу, да, они не отходили от этой искренности. Поэтому нам сейчас так приятно иметь дело вот с этим казачок, учиться и обращаться. Отлично. А что дальше нужно сделать с этим гвоздиком? Его отправить на обжиг и потом полить глазурью? Да. Сука. Thank you.
Колокольный Минской церкви. Мы видим здесь, как на ладошке видно.